Всем привет, дорогие друзья, с вами Гидеон, и мы продолжаем проходить Days Gone. Итак, друзья, мы остановились на том, что я должен по одной из основных миссий найти девушку, которая здесь живет, мы ее вычислили, перебили кучу вот этих вот засранцев. Закрыто наглухо. Как же она выбирается? И сейчас будем пытаться найти вход в этот дом. Где-то там в подвале может ныкается или еще где-то. Сейчас мы повредим их мотоцикл. Они у них всегда красные. Почему, кстати, никто на машинах не ездит? Типа, я понимаю, что это, наверное, не очень удобно, но... Блин, все равно. Лестница, точно. Лестница точно. А что лестница точно? Лестница валяется. А, ее поднять можно. Давай. Вот оно что. Сейчас мы вот так поставим. Ну ладно, где ты прячешься? Она на тебя не налетит сейчас с дробовиком? Ты не пугайся, я тебя не трону. Ты одна? С тобой кто-нибудь есть? Ну, зашибись. Ладно. Это твоя комната? Классно тут у тебя. А это твое? Стойте! Лиза. Это мое! Это за гимнастику. Я бы взяла первое место, но мисс Кинг жульничала. Лиза, ты слышала выстрелы? Здесь опасно. Я была в школе, а мама позвонила и сказала, чтобы я сразу шла домой, и что они будут ждать меня здесь, что мы уедем вместе и... Я пришла, а тут записка, что они ушли с какими-то людьми. Я не знала, что делать. Я тут спряталась. Я не знала, что делать. Успокойся, тихо, тихо. Лиза, недалеко отсюда есть лагерь. И ты должна туда со мной пойти. Нет. Там есть люди, которых я знаю. Это, не буду врать, это трудовой лагерь. Чтобы есть, придется работать. Но хоть с голоду не умрешь. Что? Нет, я буду ждать маму. Подожди, здесь. Подожди, это твоя мама? Домой она не пришла. Так? Ну, может быть, она в лагере? Мама? В том лагере? Ждет. Конечно, ждет. Ну, иди за мной. Ого, мне вместе с ней надо выбираться. Они еще там? Нет, на этот счет не волнуйся. Их... О, нет, куча больных. Давай-ка мы быстро к байку сейчас, а? С тобой. А, не получится, их много, действительно. Так, ладно, патронов для винтовки у меня все равно нет, так что... Господи, вот все время так приходится. Может просто зайти сзади дома? Там-то их нету. И все, и там и пройдем. Да, жалко, конечно, ее. А, она идет за мной, да. Там еще. И там еще. Жалко, нельзя свистнуть. И байк будет рядом со мной. Это было бы очень удобно, согласитесь.
Мне кажется, тут не лучше. Очень надеюсь, что она сможет идти там же, где и я, но... Мне кажется, тут без разницы. Че, неплохо. Они даже не слышат. Чтобы трофеи собирать, надо еще раз пройти по ним. Это не очень удобно. Хорошо бы они просто сразу собирались, вот, как только убил. А то, видите, вон, куча всего остается. Угу. Много вас тут засранцев. С аптечку, может, достану. Так. Здрасте. Мне бы починить. Мне бы ее починить. Так, хорошо. Сейчас по кустам пройдем, и нормально будет. Ой, тут вы тусите, засранцы. Ладно, ладно. Ё-моё! Ты чё, серьёзно? Мать моя женщина, медведь. Не понял. Надеюсь... А, медведь убил эту... Ёкаламане. Зажигательный боеприпас. Какие зажигательные боеприпасы, блин? Я не хочу убивать медведя. Идите в задницу. Нельзя, надо убить медведя. Это сюжетное задание. Ё-моё. Ладно. Так. Ого, канистра. Твою мать. О, чёрт! Ладно. Побежали. Медведь горит. Не очень хорошо горит, на самом деле. Шли вон! Мелкие твари. Ладно. Может, они нападут на медведя? Ах ты хренов Потапыч, хитрая жопа. Лови. Мне их даже жаль. Ну, его. Не их. Сейчас, 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 сейчас. Еще немного. Как хорошо, что тут можно вот так вот спокойненько. Вот бы он подошел сюда, я бы его взорвал. Так. А ты что делаешь-то? Залезай! Чертов медведь. Да куда ж ты? Да ё-моё, давай на лестницу! Блин, какая-то невидимая стенка. Где этот гребаный медведь? Куда он свалил? Вон он, вон он, вон он. Давай, 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 Потапыч. Есть. Где он? Здесь не залезть, что ли? О, щит. Ладно. Коктейля уже ничего нету. Фугаса я делать не могу. Ладно. Где он там ходит? Шли еще бочку какую-нибудь найдем, я не знаю. Вон еще бочка.
Ладно, Потапыч, давай. А чё? Чё ты не бьёшься-то с ними, блин? Давай. Опа! Ну они ему урон что-то вообще не наносят. Давай, давай, давай. Сюда давай. Ну-ну-ну. Есть. Нет, ничего нет. Сюда давай, 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 давай. Все, пошел. О, черт! Фух. Около мене. Жестко. Все. Достаточно уже теперь пристрелить косолапу. Где ты там? О! Здесь целый набор. И куда ты ушел-то? Сюда иди, добивать тебя буду. Нет, 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 нет. Чё ушел, непонятно его. Ныкается, наверное, специально. Ну, давайте хоть его залутаем, что зря босса били, что ли. Оу. Ага. Так, мачете. Бензин. Где-то еще гнездо. Ну ладно, черт с ним. Я его сейчас чистить не буду. Прикольно. Молодец. На байке ездила? Нет. Садись позади меня. Держись крепче. Так, это я его починил. Заправить. Камон, давай заправь байк-то. Он не хочет? Ладно, черт с ним. Садись. Как вас зовут? Дикон. Меня зовут Дикон. Лиза. Лиза, слушай, а как ты продержалась тут одна столько времени? Ну? Ты не очень разговорчива, да? Папа любит камни собирать. Он возил меня сюда искать громовые яйца. Громовые яйца? Это еще что? Это камни. Но если их разрезать, внутри они очень красивые. Животы. Ясно. Интересно, наверное. Мы тут все облазили. Был Нап Крейтер, Лава Флоу, Блэк Крейтер. Везде были. Как думаете, он тоже в лагере? Не знаю. Боюсь, что они уже все давно на том свете. Ну ладно, не могу же я ей прям так и сказать, а? Она-то вообще никуда со мной не поедет. Черт, в тоннеле кто-то есть! О-о. Так, слезай. Что мы делаем? Слушай меня. Те выстрелы, которые ты слышала, это были очень плохие люди. Ты понимаешь? Так. Я не знаю, стоит мне подъезжать, не стоит подъезжать. Черт, нет! Я просто открыл... Просто открыл капот, байк вместе с ней упал, Лиза умерла. Все. Кому? Что это, мать его, вообще был такой? Ну, блин, ну как так-то? Ну, боже мой, почему это обычно? Почему она не могла просто спрыгнуть с него? Ой, господи, так, надо где-то здесь перед тоннелем засейвиться, что ли?
Это возможно вообще здесь? Нет? Здесь просто нет быстрого сохранения. Ладно, пофиг. Черт, в тоннеле кто-то есть! Что? Так, слезай. Что мы делаем? Слушай меня, те выстрелы, которые ты слышала, это были очень плохие люди. Ты понимаешь? Я надеюсь, она сейчас не свалится сама с байкой и не помрет от этого. Ну и что мне делать? Просто подойти по-тихому или чего? Кто это? Вообще у меня задание вместе с ней туда пилить, поэтому давайте сядем на мотик, просто поедем дальше, несмотря на то, что он сказал слезай. Конечно, выключу фары, но ладно. Ну, понятно. Понятно. Короче, ты постой здесь, а я пойду разберусь с этими ребятами. Да. Побудь здесь, найди укрытие. Не выходи, пока я не скажу, поняла? Угу. Вы удаляетесь от Лизы. Да иди ты в пень, блин, ну серьезно, ну это меня раздражает. Ну какого черта? Может, надо подвести ее поближе? Давайте подвезем ее поближе и там слезем. Господи. Как все заскриптовано. Лиза, я удаляюсь, блин. Так. Ну, я тебя вижу, засранец! К нему! Пошло, дерьмецо. Притих, да? Прячется, гад! За ним! Бежим! Назад! 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 Так. Огонь! Огонь! Ого, вас там. Принаси. Черт возьми. А, ты ко мне? Не вопрос, давай. Летай. У меня уже нет места для стерилизаторов. Уже класть их некуда. Так, мне ствол нужен. Притих, да? Эш, ты разбегался! Жалко, нет самой обычной кнопки, просто прилипнуть к укрытию. Тебе понравится! Да черт тебя дери. Ладно. Калаш валяется, а ноль патронов, блин, в калаше. Зараза. Попался. Вот здесь. Тихо. Ах ты ж, ё-моё, ты решил подойти? Так греби. Лиза! Слышишь? Выходи, уже все! Фугас слутал. А может, я сейчас вернусь, а там кто-то схватил ее, нет? Нет, все нормально. Вылезай, блин. Она и не слезала с мотика. Я еще норм. Все нормально? Да, да. Я хочу домой. Нет, нам в лагерь. Там безопаснее, пойми. Ладно. Безопаснее. Ну да, ну конечно, безопаснее, чем там. Ну вот, через вот это все надо еще сначала пройти, а потом уже. Потом уже в лагерь попасть. Я задам тебе один вопрос, Лиза. И, пожалуйста, напряги память. У кого-нибудь из твоих соседей было оружие? Ну там, пистолеты, винтовки, такого рода. Нет, пришли люди и все забрали. Люди? Такие же, как те в тоннеле? Или они были в форме, как военные? Чего орешь? Военные. Но они были очень грязные, и у них были самодельные флаги. Тишутское ополчение вроде, не помню точно. С ними был кто-нибудь? Женщины, дети? Не помню. Ясно. Томми бы запомнил. Томми? Томми Стрикленд.
мой лучший друг. Но он ушел. Спрятался вместе с отцом. Спрятался? Я... Его отец построил убежище, и там была куча припасов. Ого. Карты, еда, вода, оружие. Все в таком духе. А, понятно. Ты знаешь, где оно? Нет. Они звали меня с собой, но я знала, что мама с папой за мной вернутся. Угу. Ну ладно, интересно, убежище выживальщика, неплохо. Ладно, пригодилось, а? Говорили про Нойки, про Нойки. Ну вот, приехали. Ты только держись рядом. Хорошо. Эй, кто у нас тут? Миссис Такер. О, господи. Лиза, милая. Не бойся, теперь ты дома. Мама с папой, все заболели, я не знала, что делать. Пришли люди, все заболели. Ничего, теперь ты дома. Это просто чудо. Настоящее чудо. Мы же соседи, правда, Лиза? Я жила в том же квартале. Знала ее родителей. Они здесь, миссис Такер? Милая, ты же сама знаешь. Нет. Их тут нет. Ну, пойдем. Умоешься, дадим тебе поесть, а я найду тебе местечко, где спать. Веди ее в дом и накорми. Зайди к Элкаю. Вечером брошу тебе кредит. Эй, послушай, ей не сладко пришлось, ты с ней... Не надо, помягче. Я сама разберусь. Не послушай меня, правда, с ней нельзя так, как ты тут со всеми. Не учи меня, что и как мне делать. Хочешь жить с нами, хочешь нам помогать, давай. А если нет, закрой рот. Хоть ты-то не смей раскисать, Дик. Ну, она хорошая женщина, просто это такой... Ну, такая крутая, конечно, я понимаю, но это единственный способ выжить в таком мире. Держать все в кулаке, не раскисать ни в коем случае. Не знаю, что у них с волосами, что-то все рябит постоянно. Да. Ладно. Ты в безопасности, 20%. Новое задание, это я виноват. Дополнительно, видимо. Новая цель, винтовка, а не пушка. Ну что, нужно зайти... Нет, полтора километра. Доступна работа, адатакер. Так, с... Что у нас тут? Сюжетная линия, я помню. Пустить памятный камень Сары. А, подождите, так это... Типа еще воспоминания, что ли? Блин, ну тут из-за вот того, что... Да и переместиться я все равно не смог бы, это придется ехать. Ну, можно сгонять, пока я недалеко. Потом, правда, пилить придется очень долго. А это что такое? Сюжетная линия «Охотник на засады». Засадный лагерь в Биар-Крик. Найти засадный лагерь. Так, а вообще мне сейчас нужно... Не, ну я могу сюда телепортироваться, когда захочу. Мне нужно сейчас по сюжетной линии мой брат. Научиться у Копланда охотиться на оленей. Так, ну и я думаю, что перемещаться нам либо... Недостаточно топлива, блин. Ай. Так, а где у нас мастерская-то? Как жизнь? Механик. Привет, как дела? Так, я только заправиться здесь мог. Прикольно, что в каждом поселении разные услуги. На 200 кредов можно заправиться. Блин. До встречи. Ведь хотел же заправиться перед отъездом. Хотел же, но не дала просто мне, блин, игра сама по себе не дала заправиться. Привет. Привет. Как так, я сколько? 20% бака, ну ё-моё. Где я тут что найду-то? Сейчас даже если вот туда ехать. Ну, заправка, да, по пути будет, в принципе, но... Это мне сейчас в объезд вот так вот. Давайте я за 200 кредов заправлюсь и телепортируюсь просто. Так. Топливо у меня найдется. А когда-нибудь топлива вообще не останется. Ну, будете гнать. Пока.
этанол, как в Фаркрайчике. Секундочку. Вот так. Поехали. Опа. О'Брайен. Это долбанный О'Брайен. Что он сказал? Метолиус Спрингс, Метолиус Спрингс. Да, я знаю, где это. Бухарь, ты слышишь? Да, Дик. Мне тут свезло. Все-таки не зря я взял эту рацию. Я знаю, куда они собираются завтра. Ты же сказал, что один с ними не справишься. Нет, но если повезет, я смогу пошарить в вертолете и... Покажи им, братуха. Только помни, что Джек говорил. Жми на газ, но не отгоняй своего ангела. Да уж, Джек много разных глупостей говорил. Отбой. Ладно. Чё я делаю? Посмотрим, чем там Неро занимается. О'Брайен, назрел разговор. Так, вступить в контакт. Давайте откроем карту, где это вообще находится. Но все равно нам надо было открыть это задание. Я же хотел телепортироваться, а в итоге взял и поехал. Сюжетная линия, я помню. Вступить в контакт, выследить агента Неро О'Брайена. Так, давайте быстрый переход сюда. Конечно, сюжетную линию я помню. Да я не знаю, тут как-то странно, я еще пока не разобрался. То есть некоторые миссии относятся к той же сюжетной линии, но при этом вроде как не обязательные. Я пока что не особо понял, что тут как. Так, 38 у нас осталось. А что GPS-то нет, я не пойму. Давайте сюда сейчас. Что GPS-а нет, нифига. Ну, давай, выбор задания. Вот, другое дело, все, пошло. Пошло дело. Опа, мародеры. И хрен с вами. О, не надо было стрелять. Я уже смотрю, как фрики там на него набегают. Какая-то достопримечательность. Не знаю, зачем нужны. Наверное, для опыта дополнительного. Что еще? Итак, видимо, эта миссия днем делается. Сейчас узнаем. Нет, глубокой. А, нет. Днем. Ну что, научить тебя охотиться? Я умею стрелять из пушки. Это винтовка, а не пушка. Я служил в 10-м горном, так что не надо мне тут морпеха включать. Оленя убивают совсем не так, как человека. Или фрика. Основа охоты – взять след. Нужно собраться. Увидеть подсказки природы. Если приглядеться, увидишь знаки. Ну, знаки – это мы умеем. С этим я очку навыков должно быть. Давайте-ка... Что у нас тут? Контроль толпы. В режиме концентрации выстрелы более эффективно останавливают слабых. Усиление начального эффекта от микстуры концентрации, увеличение длительности ее действия. Так, выживание я что-то вообще ничего не брал. Растения. Уменьшение шума при движении и падениях. Увеличение дальности взгляда следа. Ну, такие себе, конечно. Восстановление запас сил, конечно, хорошо, но вот мне не очень нравится это. Давайте сюда что-нибудь вложим. Начальный эффект от стимулирующей микстуры увеличивает длительность действия. Вот это давайте возьмем, эскапист.
Убивать мелких врагов, успешно вырываясь из захвата. Высвободившись из захвата, нажмите треугольник, чтобы убить противника. Ну ладно, хорошо. Класс навыка второй доступен. Посмотрим потом. Ага. А вот и олень. Ускакал этот олень от меня, но мы его догоним. Вот и хорошо. Смотри, видишь оленей помет? Свежий. Свежий. Да, вижу. Ведут туда. Да, это понятно. Ну так пойдем. Этот актер озвучивал Сэма в Uncharted. Вон он, твой олень. Вижу. Вот, так. Держи мою винтовку. Если служил в 10-м горном, с оптическим прицелом разберешься. Так. Да, Коуп, уж разберусь как-нибудь. Ну и... Ага. Не спеша, не спеша. Да знаю я. И что, им прям просто взад выстрелить, что ли? Ну ладно. Попал! Давай, давай! Выслеживание дичи. Вы получили способность выслеживания дичи. Используйте ее, чтобы выследить раненого оленя. Сначала найдите кровавый след, нажмите R3, чтобы задействовать взгляд, и удерживайте квадрат для поиска следа. А черт, я его только задел. Он ушел. Нет, это ничего. Ты его ранил. Он теперь быстро ослабеет. Главное выследить. Ага. Ну, это специально видишь, по сюжету. Присмотрись. Да, вижу. Иди по следу. Иду. Он уже ослабел от кровопотери. Скоро свалится. Я думаю, мы вот-вот увидим его тушу. Сейчас наткнемся на... А, ну вот и туша. Ну что, умеешь потрошить добычу? Да. Мы с Бухарем и раньше охотились до всего этого. Он еще с отцом своим на оленя ходил. В общем, он показал мне, как потрошить надо. Ну, при всем уважении к Бухарю, тебе есть чему поучиться. Уж больно много мяса зря пропадает. Но в целом, неплохо. Для новичка. Ну, спасибо. Из оленя-то выйди. Ладно, давай-ка назад винтовку. Держи, спасибо. Расклад такой. Мяса нам нужно как можно больше. У нас еще не все встали на ноги после того нападения. Ладно, Коуп, я буду иметь это в виду. Эй, постой! Это винтовка, а не пушка. Лагерь Копланда. Ну, осталось еще прилично накопить на второй уровень. Так. Пошли дальше, пока здесь делать нечего. А, надо заправиться, наверное. Опять как у меня. Дела, Дик? Привет, Мэнни. Прикинь, водище без топлива остаться. Заработка. Где мотик-то? Куда перегнали? Так. Может, патронами затариться? Не думал, когда что ты так зачастишь сюда. Он же привет. Я был в пути. На меня напала стая зараженных собак. Или я могу помочь? Или кто уже где тут? А, шкаф, вот оно. Выбрать. И пополнить боезапас. Предложить еще что-нибудь. Ну и все. Удобно, что ты сразу выбираешь и пополняешь боезапас. Отлично. Так, ну что, нам нужно двигаться вот сюда, и я предлагаю сделать нам быстрый переход. Главное, чтобы потом можно было дальше спокойно проехать и... Без того, чтобы делать вот такой вот крюк по карте. Очень надеюсь, что там дорога есть дальше. Насквозь.
Как дела, Бухарь? Да нормально со мной все. Слушай, Дик, у нас мало припасов. Нам бы оленины добыть, если получится. Да, правда. Как-то мы давно не охотились. Попробую там по дороге раздобыть тушу. Ты помнишь, что нужно делать? Коуп меня кое-чему научил. Хочешь верь, хочешь нет. Коуп? Шутишь, что ли? Спасибо, Дик. До скорого. У меня ж с собой есть оленина, блин. Так вот. Вот, мне надо отнести все Буху. Могила. Да, я все время забываю, что рядом гора О'Лири. Сам удивляюсь. Ничего себе. Ох, сколько тел. Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. Я вырос в этих лесах. Дед научил меня охотиться. Только в мире, которого дед и представить себе не мог. Первый домик на дереве я построил, чтобы следить за оленями. Высота дает преимущество. Туда я и пристрелил своего первого оленя. Мой лагерь и сейчас находится на деревьях. Если хотите выжить и можете принести пользу своим существованием, приходите, мы примем. А еще дед объяснил мне, что на оленей иногда приходится устраивать засаду. Что делать? Прячься там, куда они непременно пойдут. Например, у водопоя. Сейчас любой может стать и охотником, и добычей. Поэтому, отправляясь по своим делам, будьте настороже. Да. Но самым верным способом сцапать добычу, как объяснил мне дед, была и остается ловушка. Оставь у дерева селок, и вскоре найдешь в нем свой обед. Но будь осторожен. Даже отрубленная голова змеи может ужалить. Особенно, если она не совсем дохлая. Поверьте, если бы мой дед дожил до наших дней, он пережил бы нас всех. С вами Марк Копланд. Это радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи. Прекрасно, Коуп. Значит, с дедом вы расставляли селки, а с папашей клали солонцы. Тоже мне благородные охотники. Ну, теперь уже всем все равно. Животные не смотрят в небо. А мой мотик застрял где-то в текстурах, провалился куда-то в гребаные текстуры, и я надеюсь, что вот там вот впереди будет какая-то катсцена, которая вытащит его автоматически оттуда. Ну, бывает, да, да. Не так уж отполированная игра, как того хотелось бы, к сожалению. Да, теперь уже вот там 5 часов отыграл, уже видишь, что... Да, полировка совсем не та, и, может быть, еще потребовалось бы игре времени. О, Брайан, сколько нам тут еще торчать? Я только начал, так что остынь, ладно? Все, мне надо работать. О, Брайан, походу нашел. Отлично, вступить в контакт, проникнуть на площадку Неро. Так, ну и сколько у вас здесь? Все? И что теперь делать? Подслушивать? И как я туда попаду? Ладно, давайте в обход. Иначе. Интересно, что эта миссия обязательно днем. То есть здесь, хотя и динамическая смена дня и ночи, но все миссии, они... заскриптованы под день и ночь. То есть под определенные условия. Но я понимаю, для атмосферы ничего плохого в этом нет. Там видел, блин. Ладно, док. Лейтенант, сами только в падаль не превратитесь. Ваши ребята весь сектор смотрели? Да, все чисто.
Так, мне надо его схватить или... Я не знаю. Вот этот чувак палит так, что и перед ним ни... никак не пройти. Ага, во. Лейтенант О'Брайен, заметка номер 2006. На подлете к цели я увидел большой рой насекомых, предположительно Табанус Атратус или Диптера. На прогалине в удалении от целевой точки. С такого расстояния я не смог рассмотреть, что их привлекло, но, исходя из размеров роя, можно предположить, что это свежая падаль. Это где-то здесь. Черт, где же он? А, вот он. Догадка насчет Табануса Атратус подтвердилась. Тут много слепней, хорошо, что на мне костюм. Труп относительно цел. Судя по всему, это Адакориус химионус, чернохвостый олень. Как бы ты не может уточнить. Борозчатость крупных мышечных масс указывает на заражение штаммом HB. Возьму пробу для анализа. Вот ты и попался. Ну, по крайней мере, тебя не разорвали фрики. Ты ведь и сам мог стать одним из них. Думаю, тебе бы это не понравилось. Что тебе надо? Не подходи. Мы просто поговорим. Протокол Нера 2/7 предписывает, что при проведении операции в карантинной зоне, если я встречу каких-то намадов, ну, то есть гражданских, мне запрещено вступать с ними в контакт. Правда? Ну, ты же вроде уже вступил в контакт. Ну, в общем, да. Ты живой? Да. Живой. Как? Как ты выжил, О'Брайен? Я не понимаю. Короче, в ту ночь ты был там, в Фервале. А потом в лагере бешенцев вертолеты горели. И все до одного погибли. Там всех перебили, там всех разорвали на куски. Ладно, так, слушай, я могу по-хорошему или по-плохому. По-хорошему мы поговорим. Ты ответишь на вопросы и пойдешь копаться у фриков в кишках. Или зачем ты там сюда приперся. По-плохому... Я вскрою на тебе скафандр и глянем, как твои дружки отнесутся к тому, что ты надышался зараженного воздуха. Что выберешь, О'Брайен? Ладно. Хорошо, хорошо. Но вспоминай, на крыше старой пивоварни я посадил в твой вертолет раненую женщину. Да. Я помню, ну конечно, у нее было ножевое ранение. Я пришел в лагерь беженцев, в который ты должен был ее доставить. Все были мертвы. Я повторю вопрос. Как ты смог выжить? Нас там не было. Нас развернули на юг, в другой лагерь. Тот, что в Белнапе, был захвачен, поэтому нас отправили на юг, в лагерь возле Силвер Лейк. Там кто-то выжил? А сейчас? Не знаю. Меня перевели в исследовательскую группу. Тихо, я выясню, я узнаю. У тебя наша рация. Вот как ты... Я ничего не обещаю, но я проверю. Ага, вместе пойдем, топай. Нельзя, не надо. Ты их не знаешь, они тебя застрелят. А я застрелю тебя. Слушай, если хочешь меня убить, убей, понял? Я сделал, что мог. Это была твоя жена? Я ей поставил капельницу, кислород. Я ее спас, и огреб за это проблему. У нее начался сепсис, она бы не выжила. Я отвез ее в госпиталь, я ее спас. О'Брайен, прием. Мне пора. Пожалуйста, уходи отсюда. Ты не знаешь этих людей. О'Брайен. Не знаешь, на что они способны. Если ты исчезнешь... Знай, я тебя из-под земли достану. И тогда сломанная антенна, и ты уже не отделаешься. Мне жаль, что так вышло с твоей женой. Но не ты один тогда потерял родных. Да, что-то небольшой скриптик сломался, так и дернулся персонаж. Да, я говорю, что здесь нужна еще дополнительная полировка игре. Ну ладно, как есть, так есть.
принципе, игра весьма себе неплохая. Мы не видим его лица. Мы не знаем, как он выглядит. Я думаю... О, Брайан выжил. Как он мог выжить? Их же послали на юг. Он включил ей кислород, поставил капельницу, он не дал ей умереть. У нее было заражение крови, она бы не выжила. Но он отвез ее в полевой госпиталь. Угу. Он спас ей жизнь, я так сказал. Он спас ей жизнь. Может, она еще... Она... Нет. Но О'Брайен жив. А если он... Тогда, может быть... Черт возьми, может быть, действительно, но вот, конечно, лучше не давать себе надежду лишний раз, потому что будет еще хуже. Слышишь? Бухарь, я тут тебя спрашивал, помнишь ли ты того урода из Неро, О'Брайена? Дик, я все это помню очень смутно. Да, да, ладно, и поспи немного, я тебе потом расскажу. Когда мы отсюда уедем, Дик? Скоро. Уже скоро. Слушай, как только твоя рука заживет, мы отсюда свалим. Да, Дик. Хорошо. Значит, воздух все-таки заражен. О'Брайен, если... Ты меня слышишь, О'Брайен? Ах ты, тварь. Если ты мне не ответишь, тебе же хуже будет. Я знаю, что ты на этом канале. Не выйдешь на связь, я тебя все равно найду. Ты понял? А, зараза. Ну давай, О'Брайен, отвечай. Может, он не может, блин, чё орёшь? Подожди. Выйди еще раз на связь. Потом уже истерику включай. Через, не знаю, раза два. Ну ладно, черт с ним. У него реально крышу сносит из-за жены. А, так. Ладно. О, что-то лежит, давайте возьмем. Металл нужен. Пошли поговорим с нашим братом. Так, друзья, я смотрю, что у нас впереди намечается новая миссия. Вернуться к Бухарю, мясо кончается. И пока что никаких других нет. Я думаю, после этой миссии у нас сразу продолжится что-то такое интересное, сюжетное. Мы это начнем уже в следующей серии. А на этом у меня все. С вами был Гидеон. Подписывайтесь, ставьте лайки, все ссылки под видео. С вами был Гидеон. Еще раз... На этом у меня все, и до следующей миссии.